Чего? Ты ожила? А, ты еще не ожила? Я-то уже ожила, и идем на завтрак. Тихо, Миша. А ты ходила ночью, что ли, на мой? Я оттуда вышла, прохладно, вот здесь вот дошла до берега. Ага. Пошли вы. А, ты же раздетая, ну я пойду сейчас гляну. На морешко, а там собаки, я их боюсь. Пошли сделаем. Подожди, я хочу блинчики. Да, или это что такое? Запеканка? А, это что-то картофельное. Это рулет картофельный с овощами. А вот, по-моему, блинчики с творогом. Я хочу. Просто они слиплись. Мой завтрак. Короче, тут, я не знаю, мы нагребаем, мне кажется. Но главное, фрукты съесть. У меня картофельный пирог с овощами, рулет. Сосиски. Доброе. Ну что, вы наелись? Зоя, ты наелась? Покажи, какого мы Шопкинса достали, да? Там шарики нужно доставать за 20 рублей Шопкинса. А? Еще сегодня достанем? А тебе что достать, Зоя? Зоя! Ничего? Нянька, нянька наша. Зашли. Уже мы позавтракали. Ты что завтракал? Кашу и яблоки, и сок. Все? Ты наелся? Купила анозевин. Капли, потому что у Гришки насморк начался. И стрепсилс, вот такие для рассасывания. Ну, с апельсином, который. Так, это твоя карточка? Да. Не потерять. Богдан, привет. А что ты сегодня ел на завтрак? Кашу, омлет, сок, яблоки, бутерброды. Ух ты, его. Ну все, давайте, я пошла до родни. Так, теперь пришли до родни с проверкой. Родня, рассказывайте. Как у вас отдых? Что я добрейший души человек. Уже минут 10 как. Спасибо. А до этого. Коленька, Коль, привет. А покажи, что Марго наконец-то купили. Вот какой-то... В Сочи для того, чтобы купить вот этого... Ну а что цены, родня, тут? Нормально? 50 вот это. Ну это в принципе, ну как бы... Не, ну в принципе нормально, ну в городе вот такой рублей 50. А, да? А здесь 30. А Зоя покажи, что... большую. Конечно. Зоя, поставили стаканчик? Закрывай. А сегодня мангу. Вы еще куда едете? Мы сегодня едем на экскурсию. Со скольки там? С 10 до скольки? Без 10. Что? 3. Едем на экскурсию. Ну, надо ж... ну, сейчас я думаю, что мы с 10 там, до 12, может быть, покупаемся, ну, да? В час обедать. Же обед у нас. Мы едем в аквапарк. Аквапарк. Не едем, а идем пешочком. А потом мы без воды. Да, берем. Не надо их ручками трогать. Да. Ходила это. Поставь на стаканчик, поставь на стол. Серый, Маргарита, тебе надо быть в 10-15 внизу. Так, мы теперь идем в аквапарк. Главное, не идти с каратистами, то их там очень много. А аквапарк не такой уж и большой. Не знаю, как там все поместятся. Диана тут с бабулей. Родня. Привет, родня. Сейчас, да. Да, 11 градусов, так только утро, да? И море такое сегодня прям поспокойнее. Ой, а это новый детского городка, вот этого не было. Это еще летний аквапарк, да? Да, уже настроение лучше, да, Башка Галь? Цвет настроения синий. Полечка, вы домой, ну правильно, правильно. Ой, морешка. Тебе нравится море? Так мы были. Вот, в общем, вот так выглядит аквапарк внутри, в раздевалке. Ля, как круто. Все, пойдем сейчас. А вот это мы с собой берем, да? Мы уже не сдаем их, да? Кажись. Красотка. Да? Ты готова купаться? Да. Так, мы уже с Марго переоделись. А мы с Марго пришли
посмотреть это. Вот фены здесь есть. А где? Да? Где фен? Это зеркало для фотографирования. Для селфи. Так, идем. А мы на второй этаж, что ли, вышли? Вон туда пошли купаться, вон свои фонтанчики. Зоенька, Зоя, Зой, пошли вон туда. Вот. Здесь, да, здесь можно. С мамочкой сейчас. Должен съезжать. Шарики тут у тебя, да? Давай, пока. Ты хороший, ты купался, да? Да? И эти матрёны купались. Сфотографирую, вот сюда подплывайте. Все красивые. Голову еле посушили одним феном. Так, ну, все хорошо. Его ручками держите, включен, чтобы не задуло. Ты там чуть-чуть. Вот это? Куда? А, вот это. В общем, сейчас выходим. А, это летний. Ой, как хорошо на улице, да? Вообще, как круто на улице. Теплышко. Вот так на ночь мы сидим, незаметно. Пойдемте! Ну так, на официально тебя на ночь, понял? Стой сюда! Команду переночевать. За деньги. Ну да. Куда, куда? Куда вы пошли? Нет, вот. Сюда. Только тут карточка тикайте. Так тихо, Марго, сейчас башка Галя. Не знаю. Марго, Марго, давай, давай, крути, а то сейчас тетя Вера тут как в тюрьме останется. Пошли, Диана уже пошла в номер. Вот тут тренажерчики. Башка Галя, бедно едет по этим горам, да, Башка Галя? Вон залы видно. У ребят только заканчивается тренировка, они вот сейчас со всеми прощаются. А нет, ката делает. Ката. Наши уже на выход, да? Или нет? Гриша. Thank you.
Отдыхаю после аквапарка. Гришка после тренировки. Гриш, ну как тренировка? Нормально. Тебе понравилось? Кто вел у тебя? Солодко. Да? Хорошо было? Ну, так нормально. Что вы делали, ката? Пинался на них и пинался на них. А мы плавали с горок. Я вас поздравляю. Что, горло побаливает? У нас гости пришли. Помаши привет, родня, моим подписчикам. Давай, родня. Родня к нам ходит мыть голову. Сейчас Диана... Торговый ряд, причем один торговый ряд. Мне так тоже нравится костюм. 2650, а вот это тоже клевая, да, жилетка? Она один, да? Да, она один. Сколько она? А нет, может быть. А, это все костюм? Вообще туда клево, если лежит. Вообще дешево, да. Я хочу. Просто косметика, ну и такое там гигиена. Какая-то стройка, я иду на море. Собачка со мной. А тут ручеек течет, сейчас буду как-то перелазить. Ага, все, собака мне показала как. Ой, как хорошо. Скажите, что вам... А я не знаю, где Гриш. Покажи. Что еще? Блокнотик. Это кошелёк тогда подходит? Ну да, да, да. Нет. Это ж каждому и выдают. И ручка, какие украшения. Круто. А у тебя кто-то? Ага, тут нету дорожек, да? Дорожки заняты? Заняты? Мы в боулинге. Сейчас, Гриш, ты? У нас тут безбашенный бол. Короче, это лучше не снимать. Да? Да?
играть, да, родня? Давай, давай, давай. Все собрались, пойду, да. Больше всех я. Ага, сейчас. Так, у нас тут легкий ужин. Пивовой. Дайте Диане стакан. А, вы нальете сока Диане? Легкий ужин. И мне тоже сока же. Нальете Диане стакан. Это просто перед завтраком. Да, мы просто сегодня не ходили на ужин, поэтому да. Решили... Вы голодные? Нас поддержать, да? И самое прикольное, что здесь свет на датчик движения. И надо все время махать руками и танцевать. Чего?